Подъезжаем к Сакраменто уже, почти здесь. California's dreaming. Welcome to Sacramento, California. Не думая, не гадая, друзья, вы попали со мной, да? Попали в Калифорнию. Вот как свет сейчас, да? Тихти-барахти, и уже ты на другой точке земли. Виртуально, да? Но тоже, чтобы кто-то когда-то сказал, что такое вот можно, возможно, да? Скайпы эти все, вайберы, все доступно человеку. Можно видеть человека в ту же секунду, да? Кто бы мог подумать когда-то, я помню, мы приехали в Америку, и там телефон этот на столе, да? Звонишь родственникам, и то те родственники должны где-то идти куда-то, на почту или еще куда-то. Не у всех были телефоны в домах. Сейчас это все доступно. Скайп набираешь и видишь своего брата, сестру, там, вайбер, везде, да? Все доступно. Все круто. Благодаря технологии, да? Выставляет
везде надписи, что абрикосы у них поспели, фермера. Жаль, что на такой большой машине, если бы на маленькой, где-то можно было бы съехать, купить, да, вкусных абрикосов. Здесь солнышко им хватает, они, наверное, сладенькие, вкусные. Сакраменто живет много знакомых, которые уезжали в то время, в советское время, в Америку. Есть много знакомых. Я не могу назвать их друзьями, потому что сколько лет прошло, это уже не друзья, конечно. Друзья это, которые с тобой идут по жизни, ты их знаешь хорошо, и они тебя, и все. Да, да. Просто знакомые. В то время были они друзья моих родителей, конечно, люди постарше. Но здесь живут. В этом городе, в Сакраменто. Я сейчас ехала, моя соседка, бабушка, звонит мне, говорит, ты где? Я говорю, в Калифорнии. Она говорит, у меня дочка живет в Калифорнии, ты куда едешь? Я говорю, ну, Корона, Калифорния, городишко называется. О, это всего там пару миль от моей дочки. Она говорит, она, давай к тебе приедет. Я говорю, зачем? Я говорю, я на работе. Ее дочка живет в Калифорнии. Ну, она тоже уже старая женщина, наверное. Я не знаю, я никогда не видела. Но бабушка это уже 76, ей уже. Я думаю, что дочке 60, наверное, по 60. Пожилая женщина. Но да, она здесь тоже где-то живет в Калифорнии. Говорила, она мне много рассказывала, что они с мужем очень богатые люди. Они собаку купили за 10 тысяч долларов. 10 тысяч долларов собака. Ну, людей, видно, есть деньги. Поэтому есть из чего тратить, да? Ну, вот сколько сена везет человек. Это очень плохо его перевозить. Самое хуже, наверное, сено, потому что ты его хорошо не сможешь завязать, ничего, это сено, оно все равно болтается. Не знаю. Я так думаю. Перевозка сена, наверное, это хуже всего. Очень надо осторожно на поворотах. Thank you.
покажем дорожку на LA. Мне еще показывать 300 миль. 295 миль, почти 300, да? Так что я с вами не прощаюсь. Всего лишь говорю до свидания. Auf Wiedersehen, друзья. Спасибо, что вы проехали со мной в этот вторничек. Путешествовали немножко. Здесь уже очень много, как русские говорят, машин кабриолетов, да, без крыш. Но здесь эта погода такая, что, конечно, хорошо такие машинки иметь без крыш. Я когда-то проехалась, у меня племяшка одно время имел такую машину, что открывалась крыша. Я что-то не фонтан это ехать. Как-то оно волосы тебе все трепает. Я не знаю, мне не понравилось, честно сказать. Может, кому-то так и нравится ездить без крыши. У меня даже машины были с люками. Вот люк открываешь, это как-то тоже не того, не то. На любителя. И круто смотрится, я согласен. Круто смотрится, это высочезных туй нигде не видела в Айве еще. Очень высокие туи. К солнцу, наверное, тянутся, да? Так, друзья, я вам с вами уже прощалась и... Не хочется выключать камеру, сколько всякой красоты, но здесь, конечно, лихачи такие. А перед носом прут тебе и все, да, в Калифорнии. Видно, лихачит народ здесь много.
еще пару минут подержу камеру включенной.